Еще вчера в этих шатрах шутили, смеялись, непринужденно и раскованно общались с педагогами. Но теперь все очень волнительно и серьезно. На смену тренингам и семинарам пришла самая ответственная часть форума – защита собственных проектов. Победителям в этом году положены гранты от 300 до 500 тысяч рублей для физических лиц до 2,5 миллионов для лиц юридических. И каждый из претендентов уверен, что такую поддержку достойно получить именно его идея. У меня проект – это приложение, уникальное по своей сути, социальная сеть, где существует фильтр по интересам. То есть люди, которые там зарегистрируются, они укажут все свои интересы, и потом при поиске они смогут искать человека или группу людей, которые интересуются точно тем же самым. У нас есть свадебный интернет-портал dagnevesta.ru. Это рекламная информационная площадка, которая предназначена для пользователей. Это люди, которые готовятся к планированию и вообще готовятся к самой свадьбе, а также для всех свадебных организаций, которые участвуют в подготовке именно к свадьбе. Человек наводит камеру мобильного телефона на, допустим, панораму гор, и программа подсказывает название всех гор и так далее. Или на какой-то ландшафт программа подсказывает, где находятся какие памятники архитектуры, культуры и так далее. Большинство ребят действительно очень сильно волнуется. Должно быть потому, что в этом году на форум приехало особенно много новичков. Тех, кто представляет свои проекты впервые. Для них тут все в новинку. А готовиться пришлось чуть ли не до самой последней ночи перед защитой. Все время хотелось что-то улучшить и переделать. Мы когда приехали сюда, мы такие самоуверенные, думаем, все, мы сейчас защитим. И когда послушали мастер-классы, мы столько нового познали, что мы сразу поняли, что нам нужно дорабатывать проект, переделывать. Ну, сейчас мы, в принципе, готовы, доработали проект. Защита проходит публично. 3 минуты презентация проекта, затем ответы на вопросы, и комиссия тут же выставляет баллы. Все открыто и прозрачно. Экспертам, разумеется, придется нелегко, чтобы выбрать лучшие работы. Но у них есть четкие критерии, каким должен быть проект-победитель. Это те, которые действительно помогают решать проблемы государственной политики молодежной. Те, которые, при реализации которых задействовано максимальное количество молодежи, сверстников. Те, где оптимальное соотношение вложенных средств и полученного результата. Те, где ребята не первые, ну не то, что наоборот, кстати, первые. Но не с бухты-барахты, неизвестно откуда вдруг там какой-то решили сделать супергениальный проект, а которые действительно вовлечены в это. Но в ожидании результатов можно немного расслабиться и отдохнуть. Например, с помощью творчества. Альтернативная досуговая площадка под названием «Хобби-дом» каждый день наполняется участниками из разных регионов. Их учат создавать поделки, аппликации, рисунки, декоративные изделия. Пожалуй, только здесь можно увидеть суровых кавказских парней с крючком для вязания или рисовальной кисточкой в руках. Ребята с удовольствием изучили темы по декупажу и изготовлению блокнотов, техники скрабутинга. Также на курсах акварельной живописи мы учим с нуля ребят рисовать именно в данном направлении. Пользуется успехом площадка и среди мужчин. Сегодня, допустим, у нас были ребята, которые с удовольствием делали подарки для своих близких. Везут потом в республике. И наверняка это будут лишь одни из многих ценностей, которые участники увезут с собой домой с Машука.